В преддверии шопинга важно ознакомиться с модными направлениями сезона. Это и облегчит выбор, и станет гарантией актуальности вашего вида. Итак, в числе главных тенденций, и это отметили все мартовские журналы, яркие цвета. Носить можно как родственные сочетания, желтое с зеленым, так и контрастное, например, желтое с голубым. В общем, чем ярче, тем лучше. Ультраяркие цвета – не единственная возможность выглядеть эффектно. В тенденциях этой весны блестящие ткани либо с металлическим напылением, либо декорированные кристаллами, стразами и пайетками. По-прежнему актуален геометрический принт – в лидерах горох и полоска, крупные и мелкие, однотонные и цветные. Яркие цвета являются флагманом и в обувной моде. Туфли, босоножки и балетки могут быть как однотонными, так и нескольких цветов. Тренд мультиколор – это сочетание в модели нескольких фактур и оттенков. Что касается формы, этой весной как никогда актуальны плата. Платформа на обуви располагается в носочной части. Каблук представлен в двух вариантах – либо очень низкий, либо утрированно высокий разнообразных форм – от массивного квадратного до изящной шпильки. Не стоит сбрасывать со счетов и важность аксессуаров. Массивные браслеты, шляпа с широкими полями, очки в цветной оправе или шелковый платок могут вытянуть и сделать стильным любой комплект одежды.